Я вас приветствую, друзья. Только зашел в лес, а грибы уже встречают. И это вешетки первые, одни из первых весенних грибов. Красота. Я, конечно, пришел за строчками, но пока что вешенки. Давайте посмотрим, что я сегодня найду. Сегодня пораньше на работе закончили. И вот днем выпало время пару часиков сходить за грибами. Я тут недалеко от дома выбрался. Мое местечко, я здесь обычно собираю строчки. Такой вот березовый лес. Зазеленело все. Сегодня с утра был дождик хороший, такой до обеда. Прям пролило, так все мокро. Попрут теперь грибы. Ну все, погнали, друзья, в лес. Подхожу к своим местам, друзья. И прямо издалека заметил. Так, посмотрите на это. Ха-ха. Прям такой сразу встречает, смотрите. Обалдеть. Он, конечно, один почему-то. Но зато какой классный. Строчок гигантский. О! О, какой! Мозг леса. Если лес просыпается, сразу мозги растут. Умный лес, однако. Красота. Один есть. Я надеюсь, еще найду хотя бы парочку, чтобы жареха получилась. Запах, кстати, небольшой есть. Они не сильно пахнут. Вот обыкновенный строчок, который в соснах растет, тот прям пахнет сильно. И немного неприятно, как бы слегка. Ну, собственно говоря, он ядовитый. Ну, такой. Его можно, конечно, тоже съесть, отварить, съесть. Я ел их. А этот можно сразу жарить. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вкусный гриб. Обалденный. И давайте посмотрим еще. Вот так вот сходу не видно. Где-то вдали поет кукушка. Мало грибов. Странно. Еще один нашел. Небольшой. О, слизень, что ли, уже ест. Да, вот уже слизень. Набросился. Мало грибов в наших краях, в Южном Подмосковье. Надо ехать в другое место. После дождя в лесу, конечно, обалденный запах такой. Вот очередной грибочек попался. Вот такой. А вон вижу еще. А это что-то маленький. Хотя вот этого взять можно. А того оставим. Не густо, не густо. Но на жареху потихонечку набираю. Что-то интересное я нашел, друзья. Во-первых, слизень ползет. Смотрите, какой кабанчик. Ну, а куда он ползет? Может быть, вот к этому? Что это такое за субстанция? Она мягкая. Видите, как тесто. Что это такое? Первый раз такой вижу. Типа гриб. Интересно. И все-таки находки есть, друзья. Это уже что-то поинтереснее попалось. А там я вижу еще два. Четыре штуки. Давайте поближе посмотрим на них. О, какие. Хоп.
места. Ух ты, тут уже слизни его оккупировали. Так, слизни, идите, погуляйте. Строчки мы заберем. Вот еще один. К нему уже вон ползет слизень, смотрите. Нет, дружок, я тебя обогнал. О, а он такой, смотрите, крупненький. И четвертый. Всего жареха будет, друзья. И это прям радует. О! Надо здесь оглядеться. Мне кажется, я там что-то еще вижу впереди. Издалека я увидел что-то немножко яркое, выделяющееся. И не прогадал, друзья. Я вижу. Один гриб точно есть. Прямо на пне. А вон и второй. О, и третий вижу. Отлично. Второй. О, отлично. А вот и третий. Там на деревяшке, видите, растет. О, три штука отечественных. Отлично. Всего жареха будет. Сейчас поедем жарить, друзья. Сегодня будет дегустация строчков. Тут немножко низинка, спуск к ручью лесному. Ну вот. Сразу же блюдце попалось. 40 цифа. Возьмем. Для ассорти. Маленькая, пускай растет. Ну что ж, друзья, поехали. На дегустацию. Я весь лес прошел, ну, грибов немного, но на жареху набрал. Как-то у нас маловато стало грибов, строчков, я имею в виду, в наших местах южных. Может, я не там бегаю? Скорее всего. Ладно, погнали. Сейчас еще вот там вот пройду по краешку и буду выходить из леса. Все-таки на выходе из леса попался еще один грибочек. Строчочек. Красивый. Ладно. Пока, лес. Уже чина цветет. Как-то она рановато. Красивая, согласитесь. Клумбочка. И поле. А вот и первоцвет весенний. Или примула. Мы же называем их барашки. Спасибо. Когда молодые, можно палочку заживать. Вкусная. Пару штучек можно съесть. Ладно, поехали готовить грибы. Ну все, пока, лесок. Мы поехали жарить грибы.
Калужница цветет уже. Красиво. Лучок. А вот и грибочки подоспели. Добавили яйцо. Выглядит аппетитно. Ну что, чаек, грибочки. Будем пробовать. Ну что, пробуем. Строчки с луком и яйцом. Обалдеть, друзья. Ну все, до новых встреч. Желаю вам крепкого здоровья. Отправляемся мы теперь в дальнее путешествие. Пока.